Здравствуйте, мои дорогие. Шалом алейхем. Шалом алейхем всем, кто верит в Создателя, кто убежден, что Создатель каждую секунду пребывает с ним. Дорогие мои, я хочу вам рассказать для проекта Вайкра и портал в том числе. Один сидит возле дерева, без рук, без ног, и говорит: хвала Господу, хвала Господу, спасибо Господу, спасибо Создателю. Тудараба Хашем. Один проходит и говорит: слушай, у тебя нет ни рук, ни ног, кому ты в хвалу восхваляешь? Он ответил: хвала Господу, что я могу говорить, хвала Господу, что я могу говорить, хвала Хашему. Всем хорошего дня. Шалом алейхем. Алев гибур.